Я никуда не уходил, знаете, тут все намного более прозаично вышло. Меня просто не взяли в новый сезон. Вот. Я как бы причин не знаю. Вот. Выяснять их не собираюсь. У нас есть много новых проектов от группы «Огонь», которыми я сейчас занимаюсь. Новый клип на песню «Провоцира», который мы упоминали ранее, снимал я выступил в роли клипмейкера. И этот проект забрал очень много сил, энергии, времени, он потребовал это. И я понимаю, что если бы я был в X-Factor на съемках этого проекта в данный момент, то, возможно, бы этот клип не получилось бы снять таким, какой он есть. Поэтому, в принципе, я хотел бы принять участие в X-Factor, но я посмотрел новую передачу. Первый выпуск нового сезона. Новый и понимаю, что мне там места просто нет. Эта четверка, которую собрали, она идеальна, она гармоничная между собой. Вот. И я не посмею даже пожелать заменить кого-либо из этих блестящих судей. Теперь я открою секрет, на самом деле, скажу как есть. Давай, потому что... сдирай корочку. Да, корочку. Мы с девчонками готовим Антона к более серьезной миссии и хотим, чтобы он стал следующим президентом Украины. Потому что X-Factor настолько его закалил, я считаю, что он готов к испытаниям даже такого уровня. Потому что быть президентом – самое серьезное шоу в нашей стране. Самое веселое, зажигательное, но и трудоемкое. И провокационное, конечно же. Но сперва я хочу стать мэром Ковшаровки. Ковшаровка – это поселок, откуда я приехал в город Киев. Там, где я родился, там, где мои корни, да, где растет дерево, которое я посадил. Дерево совлупа. Да. Ну, ты все знаешь. Ну, что ты лезешь поперед батька в пеплу, я кажу. Да, да. То есть это маленький такой поселочек в Харьковской области, где я родился. Я хочу стать мэром Ковшаровки, чтобы спокойно, медленно идти вот этой вот по карьерной лестнице прямо к президентству. Спасибо, люби, друзья. Я чекаю на вас по 2048 году. Этот парень. Запомните, я буду шляпой. Так получается, вы не получали приглашение от X-Factor, чтобы в следующем сезоне стать судьей, да? Так я понял. Не получал? Ну, приглашение, да. Приглашение. Не получали от X-Factor стать судьей на этом сезоне? Очень долго, на самом деле, вот очень долго держали в секрете новую четверку судей. Даже от старой четверки судей. До последнего, да? До последнего. Мы концерты отменяли. Ну, знаешь почему? Потому что четверка-то судей уже новая. Нет, Данилка остался. Ну, понятно, я имею в виду, почему держали секрет. Я ждал, когда мне скажут да или нет. И я весь год тренировался. Для того, чтобы сделать шоу X-Factor еще круче и ярче, чем было даже в 7-м сезоне. Хотя... Сейчас, я думаю, что... Что вы делаете? Давай, прикольная песня, друзья. Антон! Ждал! Ну, тот факт, что на прошлой конференции вы сидели у нас на месте, где сидел Олег Винник, а теперь Олег Винник сидит на вашем месте в X-Factor. Вам как? Мне кажется, это хорошая рокировка. Вот, я бы даже, если бы была на то моя воля, я бы поменялся на один день телами с Олегом Винником. Ну вы уже знаете песни, которые исполняет Олег Винник? А мне все равно, я знаю тот безумный успех, которым обладает Олег Винник. Ну еще, в принципе, побыть в теле Олега Винника – это неплохо. Он такой подкачанный мужчина, в хорошей спортивной форме, его любят миллионы. И, в принципе, я воспользовался бы тем, что я нахожусь в теле Олега Винника и занимался всякими ужасными вещами. Я недавно Олега Винника встретил в спортзале. Короче, прихожу в спортзал. А что ты делал в спортзале? Слушай, ну а что делать в спортзале? Я зашел забрать жену. А, ну понятно. Да. Я захожу в спортзал, а там все столпились посредине. Я не понимаю, почему. Никто не занимается, никто не тренируется. Все качели свободные. А оказалось, это посредине стоит Олег Винник и поет песню свою новую, всем показывает.
Ну, прекрасно. Ты спел свои песни провоцировать? Нет, я не спел. Почему? Спел, но вечером я зашел на СТБ, и в окне тоже стояла Легвини и показывал мне свою... Ты имеешь в виду свою... в офис СТБ? Или на... Да, в офис СТБ. Я думаю, что вот чувак тут был повсюду, и поэтому он занимает сейчас свое место, а он успевает делать больше. Вот. Ну как мое место занимает?